Что, получается, вся ТЕ за 3 часа пройдена. Неплохо. В принципе, нормально. Предстороис. Так, кто у нас дальше на очереди? Дальше на очереди у нас... Якоб мать. Ио! Да последний ран на Якоба. Ну ладно, давайте добьем уже это говно. Сенпай. На, последний забег на Якоба. Ой, давай ты не насрешь, а, Якоб. Братья вроде были хорошие на самом деле в этом файле. Пока что, в основном. Range down. Как обычно, ничего хорошего, ничего плохого. С него огромная дальность базовая, да? У него даже с рейндждауном 7 дальности, офигеть. Фига, у него дальность огромная. Даже не почувствовал. Так, и благо ключ есть. Пока на мать вроде мы попадаем. Да, на мать мы точно попадаем. Кстати, можно в теории на братьях пойти на круги. Все совсем дать шизу. Типа пройти мать, найти шипы, улететь в Dark Room и пройти Лэмбо и пойти на круги. Но мне кажется, это вообще какая-то совсем бредовая идея. По-моему, так Нео делал, там какая-то хуйня, по-моему, у него была. С кругами. По-моему, Нео так делал на спидране. И что-то, по-моему, там было не очень. Не помню, что было, там что-то было не очень, по-моему. По-моему, это все-таки слабая идея. Братья, чересчур странный персонаж. Hey, Joy Cars. Hello. Thanks for the 5 gifted. Thanks, man. Опять гифтеры. И бусти, и не бусти. У них скорость рассинхронизируется. Там, по-моему, с чем-то еще были беды, не только со скоростью, там какие-то еще, по-моему, были мемы. Ну, короче, это хуевая идея, вот что я прочу. Это явно какая-то слабая идея идти набрать их на круге. Все равно. Только если я вдруг найду смену персонажа. Раз могу просто сменить перса перед телепортом, ну или скорее перед убийством Лэмбо. Какой-нибудь танк. У меня только танк есть, наверное, в основном. Нет, там будет просто лост. Там же будет смена персонажа. Как бы лост же он один, очевидно. Просто будет лост. Но там сложно будет именно первые два круга пройти. Особенно второй круг. Скорее всего. Я полагаю, будет не очень удобно играть. How's the grind? It's okay. It's okay. Not too bad. We chillin'. Main goal is to chill. Maybe trying to chill in this file. And actually not too many deaths so far, so it's fine. But we'll see. We didn't play too many like different characters. Not different, not difficult characters yet. I guess only like Jacob. And probably that's it. Блин, тебе возьму. Ну и ладно. Нормально. Блин, камни. Да, пофиг. Все, блайнд. Я не хочу еще один блайнд брать, наверное. Это может быть плохо. Это хорошая карта. Блайнд может быть очень
трагичным на самом деле на этом персонаже. Так что, наверное, не стоит этого делать вообще в принципе. Сливка. Сегодня вторую ачивку за сливку получили. Чё? Почему? Или я отдал ключ реально? Я стоял прямо у двери, что ли? Чё? Чё произошло? Мы ничего не видели, окей, ничего не произошло. Can't wait for me to start streaking again, lol. Yeah, it will go back, for sure. Eventually. Я вот не понял, что это было. Я вроде не стоял же у двери, нет? Вроде я не стоял прямо у двери. А, ты реально отдал, окей. Забавно. Казалось, как будто я типа не был прям впритык у двери. Ну ладно. А хотелось опять какую-то мистику выдумать в этой игре. Опять какая-то мистика. Опять какие-то полтергейсты в моей игре. Нет, я просто хуйню сделал. Как же много в мире говна, как говорится. Кошмар говна много, правда. Ой. Я сам карту в эту так что тратить. Нам нужна на случай беды. А! Okay. Давай. Гигабуст. Опять это рума. Опять это рума! Пиздец, комната отвратная просто. Даже на обычной персе, а не на этом якобе. Ладно, вроде справились. На удивление. Говно спасло, кстати, реально. Вообще говно обычно мешает, а не помогает, потому что оно отдачу делает стрёмную. Но сейчас реально как будто было в тему. Удивительно, но факт. Деньги есть. Я заплачу. Кстати, на Теве наоборот нормально, потому что можно блебиками пользоваться. Я, кстати, как раз и видел сегодня на Теве. Я там просто блебиков пропускал сквозь это. Сквозь врагов. Нормально было. Там тупо нужно блёбиками пользоваться. Иначе будет больно, да, скорее всего. Опять синяя муха. Господи. Баррикады из говна. Так, бомба. Кстати, одна бомба, это две бомбы, да, если их нормально поставить. Тут вроде можно одной бомбы шахту открыть. Но я бомбы тратить все, по-моему, не могу. Вдруг будет ни одной бомбы, то давай это же... О, Степан! Он пришел. Он пришел так рано. Слушай, хороший файл. Удачный файл. Нашли всех. Очень быстро нашли всех за 50 часов. Просто шикарно. Все. Все странные боссы найдены.
Я думаю, скоро уже будет этот синколлектор, надо будет скоро, наверное. Не знаю, кто еще остался. Гиша, да, Гиша, по-моему, вчера видели. В том-то и прикол, что же Гиша видели. Даже Гиш уже был. И чат был, и Гиш был. Все. Эти все обнаружены. Лоста бы еще открыть было бы неплохо. Лост что-то все никак не открывается. Два раза видел постер, два раза не было шипов. И потом больше не видел ни разу. Надеюсь, не надо будет ломать, чтобы лоста открывать. Надеюсь, мы до этого не дойдем. На той же Т-Мэге, кстати, шанс большой на ломку есть. В теории. На ней игра порой очень легко ломается. Поэтому кто знает, кто знает. Может, до такого дойдет дело. Блин, какашка тренки здесь, мне так лень. Мне так лень ее переподбирать. Ради этого. Пофиг. Тупо лень. Не надо этого делать. Хватило места. Это было очень близко. Прям, блин, на входе был, считаю, входа. Неудобный спаун. Так, в эту руму я пойду, да? Ну, в принципе, она вроде несложная. Надо просто на старте аккуратно играть там. Не дергаться. О, а, окей. Вкусная диплопия. Диплопия, возможно, очень даже вкусная. Ни хера не бросается. Ой. Вот и денежки. Так, отлично. Ну, чисто в теории это может быть здесь. Можно попробовать. Карбеттери. Слушай, карбеттери было бы неплохо на гпсхэд втором взять. И мистер Ми тоже неплохая штука. Блин, нифига байтит. Капец байтит. Сильно байтит-то. Я на этом... ладно, рискну, окей. Байты мощные. Конечно. Ну фиг знает. Мистер Ми прикольная штука. Она мне хп экономит, она мне открывает всякие комнаты смешные. Я, наверное, готов на такое пойти. Я думаю, я готов на такое пойти. Ой. Кто есть кто, блядь, я их теперь путаю нахуй. Так. Это тебе надо, правильно? Все. Будет много мух. В принципе, есть смысл даже второго надо качать, наверное. Сходил ранов, не знаю. Сколько сделаю, столько сделаю. Сколько захочу. Теперь реально второго качаю. У первого, в принципе, нихера еще нет. Ладно, давайте. Я так играть терпеть не могу, но у него реально теперь есть смысл из-за гэписхеда. Пройдь дамаг тот же самый. Я так не люблю второго качать, но придется в этом ране, наверное.
где мы играем через ИСАУ. Так. Может, не собрали еще. Эу! Что дальше? Санкарта все еще на базе. Может быть, оставлю ее уже на дальше. На потом. Если тут не пригодится. Охуенно, он умирает тупо, блядь, на входе за мух. Это самый, блядь, странный спаун на этого врага. Они обычно, по-моему, подальше стоят. Тут прямо, блядь, на входе стоит хуйня эта. Фонтанирующая. Мерзительно. Ёпта. Я думаю, я выжил. Я выжил. Победа. Пахнем. Ух ты. Так. Но на самом деле... А, ну если я возьму, получается, за красного, то я получу... Демедшап, да? И степашку. Правильно? Степашку. А, там еще ХП. А, я получаю степашку, ХП и плетку, да? Правильно? Вроде правильно. И все так. Нет, нихуя не так. Я... Когда я забыл, как эта параша работает? Наоборот. Ну ладно, на самом деле это тоже хорошо. Он получил, что он получил? Получил вот эту, орбиталку получил. Господи, я когда-нибудь эту хуйню запомню. Типа, что тот, который берет, получает, а этому другого. То есть, блядь, получается, надо было брать за белого, то я получил бы этому брата. Три последних. У меня мозг, он просто не способен в такие нахуй шизоберсрайты. Просто нахуй не способен. Это ебланский нахуй эффект. И все, три айдема у нас на самом деле мало. Очень ситуативная хуйня. Чтоб он вообще был полезен. Ну ладно. Может быть, так даже лучше, кстати. Возможно. А что он получил? Он получил... А, он получил муху. Подожди, у нас две мухи? У нас две мухи, слушай, синие. С другой стороны. Это нихуево так-то. Это вообще нихуево. Так что... По итогу это, может, даже лучше вышло. Не знаю. Да не так и плохо, по-моему. Ну, все равно надо качать красного. Он теперь более сильный. Че у меня есть, пофиг. О-о-о. Кому-то подарки достанутся. А, фак. Зажали все же. Открываем. ХП очень мало. Прям очень мало. Нет, бегом только на одну удмуху будет работать, конечно. Видишь, отдельно. Скорее всего. Ты... Ладно, все нормально получилось. И мухи отдельно, скорее всего. Вижу, у каждого своя муха. Там мини-босс. Шуп, я вряд ли буду брать место мистерами. Скорее нет. Чем да. Его и нету.
Уместился. Ой, хорошо. В аркаде. Заглянем. Ну, хп чудовищно мало. Благо я взял мистер Ми. Я хотя бы сейчас дверь будет бесплатная в этот мавзолей. Блять. Блять, как это нахуй доджить? Никак нахуй. Просто нахуй никак. Просто нахуй забей. Где давать не хотел копейку. Амнезия. Вот. Как выживать? Благо я на ангелах. Чем уж ангелы будут хорошие. Либо бесплатные. По крайней мере, будут бесплатные. Это уже большой его плюс в нашей ситуации текущей. Так, бери, попахнем. Ну и дверь тоже могу открыть, в принципе, мистером Ми. Бомбы не тратить. Либо могу секретку вторую он слева открыть. Вроде слева должна быть вторая секретка, по идее. Боже на то. А, ну конечно, нахуй, конечно, нихуя не будет. Естественно, блять. Естественно, нахуй, ничего нету. Печальненько, печальненько. Ну ладно, чё, пошли дальше. Без сделки. Странный забег. Но куча статов. Одно, что радует, статов за пиздец много. Нашли. Это хорошо все же. Хоть не пустой забег. А, ну да. А. Ладно. Передная удобная комната для братьев. Ну, DPS хороший. DPS реально хороший вроде. Там клатч может быть. В принципе, здесь ничего сильно полезного нету. Скорость меня устраивает и так. Да, опять зубастики. Опять зубастики, не кусайте. Невидимыч, окей, он сдох. Чат тоже сдох. Сразу видно пятницу. А я их тоже не люблю. По-моему, Шишея, кстати, убил такой враг с ножом на телосте. И это была одна или две смерти на весь файл. Невыдуманная история. Хай, например. Соболезную. Окей. Уже все нажал кнопки. Мухи на удержание. Здорово, дракон. И вам не хворать.
Плохо кинул. No, I'm pretty sure you will roll only one character. They have like different builds. You're playing like it's two different characters, so you won't roll both of them. I think. Maybe Dice Room will actually roll both of them, like Dice Room, but not like D4 itself. Actually, I'm not sure. I think I never rolled this D4 on this character. I never tried it. But I doubt it will roll both of them. Because they have like different actives in their builds. So it should be separate. Доскамил, в смысле? Кто доскамил? Я доскамил? Я вроде бота вернул. Вроде бот работает. Ой, блядь. Окей, я успел выйти. Фух. Эта комната, эти комнаты. Сегодня день модема, но я опять брать у них. Ну хотя, слушай, на братьях, возможно, это неплохая идея. Ладно, на братьях может быть норм наоборот. Пусть будет. Бля, это хорошая штука, но денег теперь нет. И мистер Митради тоже, по идее, не могу. Берем это и другое. Окей. Нормально. Хотя, блин, я не тому взял, наверное. Дамаг-то у него. Блин, может быть зря. Может быть зря. Так, ну ладно. Смотрим. Мух-то хера вообще. Мухи, давайте, убейте его. Убейте его нахуй. Молодцы, мухи. Мухи справились. Так, ты бери. Блин, полет. Ну, про это один хер надо брать на этого, в любом случае. Не уверен, что мне вообще это было надо. Ну, ладно. Терсагиончик. Вообще можно за пол хп исходить, наверное. Керсруму. А, я еблану. Блять, заебись прошел, господи, гений. Охуенно прошел. Ага, пришел спидап, естественно. О, господи. Поспешил. Опять я поспешил. 5 минут наказали. О, блять. Брат. Держи, брат, смотри. Тебе, брат. Держи, брат. Я думаю, это реально стоит даже лучше при этом. Так, погоди, хуйню сделал. Вот так. Да, вот так пойдем, наверное. Вот так пойдем. Нормально. Типа здесь. Привет, Лейт. Там. Погнали, чё, всё. Забег какой-то непонятный пока. Вроде билд есть, но что-то хп что-то вообще градовать не хочет никакого. Прям очень мало. А! Это решает проблему с хп, подожди. Наныл. Воду наныл? Ну вот и все. И теперь хп у меня есть! Но всего-то стоило. Блин,
Немного поныть. Я даже лапу оставлю, наверное. Чтобы можно было, если что, снова хп сделать. Можно было заблокрунить. Что-то я опять поспешил. Так. Окей. Опа. А, давай-ка. Ну хотя, знаешь что, у тебя там, блядь, шоспит ебаный будет, поэтому я не буду тебе давать блэк-руну. Иди нахуй, брат. Не дам я тебе никакую блэк-руну. На тебя она плохо может влиять. Ну все, теперь выдерн нормальный. Теперь вроде все норм. Или почти норм. Играем через брата. Ишки. Это тоже может быть очень полезно. Это довольно полезно. Это довольно полезно. Бля, правда, надо было буквом собрать на брата. Я поспешил. Теперь его не соберу. Ну ладно. Ухуй. Так-то пойдем. Слишком надо много думать на этих братьях сраных. Бля, скоро же еще будут ебаные. Тазарь еще хуже будет. Там вообще пиздец будет. Там еще в 5 раз больше думать надо. Ай, брата оставил без глаза. Увы. Не забрал. Чуть-чуть рано вышел. Деньги есть. Ведь можно найти Hive Mind в магазине. Уже было бы неплохо. Найти можно. Есть ресток. Что-нибудь другое, оно полезное. Что-нибудь полезное можно. Свечечка как будто уже похуй. Так уже забег почти пройден. Ну, это, кстати, наверное, вариант. Я не хотел покупать эту бомбу. Похуй. Ладно, хорошо. Пусть будет бомба. Хорошо. Мне уже не жалко. Кроватка. А, у тебя меньше хп. Окей. У меня книжка и хп меньше, так что пусть брат спит. Так, это еще пока не бланкет. Мы уже вроде приближаемся. Не. Там маленькая муха в большой мухе, братья, тоже. Наверное. Игра тоже, видимо, мимикрирует. Бля. Слава богу, я взял на бомжа, у которого так билда нет. Слава богу. Аль, это же так полезно. Там же экстра айтем, говорили они. Такая охуенная польза. Просто пиздец. Да, опиздение полезно. Планеты и луда брать вечно под блайндом. На братьях.
Польза неописуемая. В сундуке? Да уже поебать. Уже и богу поебать. Так, кстати, если будет гапи, надо брать на второго гапи. У него будет гапи. У него вроде уже будет три части. Если я не проебался и потрогал гапи по вторым. Да, я вторым потрогал, окей, все нормально. Так что у него гапи может быть. Шанс есть. Я не проебался. Вроде. Лапа вроде на том персонаж. Блять, нахуй чат читаю. Книжку нажал зря. Ошибка. Ошибка. Благо похуй, на full health. Да все, есть, да? Только мать. Все, больше нихуя не надо. Это еще ел? Что-то спида, принжа. Окей, лучше это не есть. Кстати, импресс надо передать брату. Чем я импресс держу, мне он не нужен. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хопа нахуй. Yes. Вау. Лил Дебилириум. Имба. Вот это, конечно, имба. Все это разыграли. Открываем. Глазик завис несчастный. Но у меня сейчас билд один остался из-за луда, охуенно. Так же печально. Луда просто мне второго брата нахуй вырубила. Хуям с собачьим. Остался один персонаж. Ну его хватает вроде. В принципе, нормальный билд. Там, по идее, можно луда использовать как-то, но я что-то забыл, как это делается. По-моему, это очень нахуй неудобно. Это опять будет античил пытаться луда использовать одновременно со вторым персонажем. Это точно будет не чильно, однозначно. Что плевать, наверное. Просто уже доигрываем забег. По-моему, будет максимальная пока что. Вроде я муху красную видел, да, ведь? Я, конечно, подожду еще раз, но, по-моему, я точно ее уже видел. Я не мог ее не видеть. По идее, скоро уже должен быть этот бестиарий заполненный. Мне кажется, мы уже недалеки от него. Хотя, может быть, боссов не всех еще видел. Возможно, не помню. Вроде на подъеме я всех врагов увидел, которые альтернативно одаренные. Тех вроде всех уже пострел. Клатча, да, сегодня видели. Сегодня был клатч. Как раз в ране, который был сломанный на Таеве. После R-кнопки уже увидели. Как всегда, конечно же. Ротгуд, как же без него? По классике. Ой, бля! Завис нахуй. Иди нахуй отсюда. Я не знаю, по-моему, брат поебал, получил не. Я только нажал книжку. Сука, сыкло, сразу съебал. Блять, я думал, убью его раньше. Хватит его DPS-а. Хз, кто поебал, получил, я не знаю.
Бомжей, которых она спаунит, если ее не убивать, сколько-то времени тоже нужны бестиари? Да. Они тоже бестиари нужны. Их надо сразу делать, чтобы потом не забыть. Лучше сразу на первом файте их спаунить, чтобы потом уже о них не думать. Мертвые Айзеки реально есть бестиария. Там только Генри, по-моему, нету из таких врагов странных. Хотя могли бы и Генри добавить. Чтоб все искали Генри 20 лет. Ту самую комнату с весом 1000. Кашки мощные. Нету гапи. Эх. То есть меченые. What the fuck? Come on. Я в тупике. Я Генри ни разу вживую не видел, нет. Я какашку видел большую раза 3. Она и то редкая. Но типа Генри это... Там вообще его шанс найти почти равен нулю. Говно большое я точно видел раза 3-4, может даже. За эти... 3 года. Да потому что я еще очень мало хожу в Альтраут. Очень редко. И все равно видел. При этом, при всем. О. Освободил. Смешно. Это может быть... Это гапи. Хе-хе, собрали. Yes. Найс. Это не та активка. Это не та активка. Мне похуй. Таран был очень странный. Как долго он разгонялся. По-человечески. Ну, хотя только хп не было, по сути. Так таран был нормальный с самого начала. Просто хп искали долго. Так будто лапа гапи капец как клатч был. Так она пришла вовремя. Просто нереально вовремя. И все прям стало сразу резко уютно. После этой лапы гапи. Ты про кошку? Если ты умираешь с кошкой, просто у обоих будет 1 хп на респауне. У обоих будет 1 хп после респауна. Типа, пока есть кошка, можно умирать, но ты потеряешь полностью. Окей, хорошо. Братья закрыто. Это очень приятно. О, это очень приятно. А, кстати, кожи не было. Я еблан. Я думал, у меня кожа уже открыта была.